В учебном центре МВД Абхазии прошло торжественное мероприятие – вручение офицерских погон выпускникам третьего курса. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар поздравил молодых коллег с успешным окончанием учебного процесса и вручил курсантам учебного центра МВД первые офицерские погоны. Товарищ министр, младший сержант Брандзя по вашему приказанию прибыл. Сепсант Гелахчера Сазыхёв. Да, строй. Есть. Обращаясь к выпускникам, министр отметил, что именно им предстоит определять завтрашний день и лицо абхазской милиции. Поздравляю вас с окончанием учебы. Желаю вам успехов в работе. Нелегкой работе сотрудников органов внутренних дел. Надеюсь, что ваша работа и ваш опыт, который вам передали, ваши, в первую очередь, учителя, будут идти на благо нашей родины. С успешным окончанием учебы курсантов поздравили офицеры, наставники, педагоги и родители. 38 выпускникам третьего курса учебного центра МВД Абхазии присвоено первичное специальное звание среднего начальствующего состава младший лейтенант и лейтенант милиции. Учеба в Министерстве внутренних дел Республики Абхазия была нелегкой, но мы справились с этой задачей благодаря нашим офицерам, которые нас поддерживали. И хотелось бы сказать абитуриентам, которые будут поступать на будущий год, чтобы они поставили перед собой цель и достигали больших высот. Молодые офицеры будут распределены для дальнейшего несения службы в городские управления и районные отделы внутренних дел республики.